మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం. పొగ త్రాగడం క్యాన్సర్ కారకం మరియు ప్రాణాంతకం. ఈ చిత్రంలోని పాత్రలు గాని సన్నివేశములు గాని ఎవరిని ఉద్దేశింపబడినవి కావు, కేవలం కల్పితం. అందరికీ అర్థం అవడం కోసం అన్ని పాత్రలను తెలుగులోనే మాట్లాడించడం జరిగింది. Universal Media и Радха Кришна представляют. Герой Калькутты. Продюсер Даная Дививи. Автор сценария и режиссер Винаек. Калькутта. Вы гордились тем, что вся Калькутта в вашей власти, но теперь я в ней хозяин. Зовите вашего лидера. Скажите ему, босс. Скажите брату, что такси-сет собирается порубить вас. Зовите, чтобы он пришел вас спасать. Где он? Зовите его. Ну, давайте. Это ни к чему. Богиня Кали всегда защитит Калькутту, а наш лидер нас. Он придет. Придет? Придет. Как он придет? Куда и когда? Он не автобус и не поезд, чтобы приходить по расписанию. Это ураган. Эй, вы! Наш лидер придет и сотрет вас с лица земли. Предупреждаю. Так что бегите отсюда скорее, если бегать умеете. А не умеете, прячьтесь. Не теряйте времени. Спасайтесь. В главной роли мегазвезда Рам Чаран.
Убейте его! Меня, я тебя прощу. Но посмеешь тронуть моих друзей, я тебя убью. Как это случилось? Кто убил столько людей и где были вы? На все ваши вопросы ответит комиссар. Ладно. Билеты я закажу, но в кино не пойду. Послушай, у меня тут похлеще, чем в любом кино. Ясно тебе? Сэр. Что еще? Журналисты. Подожди минутку. Что там? Сэр. Журналисты завалили нас вопросами. Что им сказать? А что вы скажете, чего они не знают? Они спросят, вы там в полиции что, спите? Почему до сих пор не поймали убийцу? А мы ответим, мы работаем, ищем его. Они будут нас обвинять, а мы читать мораль. Обычное дело. Отправьте трупы на экспертизу. Есть, сэр. Слушай, Лакшми. Министр очень расстроен. Да, сэр. Мои соболезнования, сэр. Осмотрев место происшествия, мы выяснили, что ваш брат привязал к столбу несколько человек. Ваших людей мог убить один из них. Или кто-то еще. Нескольких он зарубил. Остальным переломал кости. Думаю, ваш брат скончался от обильного кровоизлияния. Тебе платят не за то, что ты рассказываешь сказки как журналист, сэр. Меня не интересует, как умер мой брат. Я хочу знать, кто его убил. Поймай его во что бы то ни стало. Я сам придушу его. Поймай его.
Поймай его. Он же не водитель автобуса, чтобы его легко поймать. Разве я могу узнать, кто и когда позвонит мне по телефону? Не можете. Вы узнаете об этом только, когда вам позвонят. Вот и полиция узнает о преступлении по факту. Сэр, доброе утро. Доброе. Это заключение медэкспертизы. Убийца очень сильный человек. Полагаю, это парень не старше 25 лет. Он разбил жертвам все кости. Даже черепа проломил. И как мы поймаем сильного парня 25 лет среди миллионного населения? А я что могу поделать? Простите. Я его поймаю. Я найду его в каком бы штате и на какой улице бы он ни был. Shana shana.
Чирища спит? Конечно. Ночами шатается по городу, возвращается под утро и ложится спать. Черри! Черри! Просыпайся! Ну что, мама? Я принесла тебе кофе. Вставай, одевайся. Опоздаешь. Вставай. Сейчас. Тетя! Чего тебе? Я опоздала на автобус в колледж. Мама сказала Черри подвезти меня. Джимми, что еще сказала твоя мама? Много чего. Да, например? Дать тебе все, что попросишь. Да. А когда я сяду на твой байк, она велела крепко держаться за тебя на поворотах. А еще? Я стесняюсь. Я злюсь. Я не дурак плясать под дудку твоей мамы. Я Черри. Топай. Черри. Иди. Ты что там читаешь, Сарасвати? Пытаюсь учить английский. Что значит слово «брутальный»? Крайне жестокий. Что это значит? Тебе еще и родной язык выучить надо, не только английский. Зачем ты читаешь эти дурацкие новости? Займись делом. Мама, завтрак. Скорей, скорей. Ты бы не торопился все время, а вставал пораньше. Исполнительный директор твой дядя. Позвони ему и скажи, что немного опоздаешь. Я пытаюсь, но он не берет трубку. Забыл телефон наверху? Он еще не спускался. Да? Дядя! Что случилось? Почему ты в одеяле? Тебе холодно? Мне страшно. В офисе спросят, скажи, что я уехал. А еще лучше умер. Почему я должен врать? Потому что правду говорить нельзя. А в чем дело? Расскажи. Я спокойно ехал в офис на служебной машине, и вдруг зазвонил телефон. Алло. Здравствуйте, сэр. Моей сестре очень понравилась ваша фотография в брачном агентстве. Она просит о встрече, а потом вы поженитесь. Хорошо. Я ей понравился. Я так хотел жениться. И эта новость для меня была как глоток воды в пустыне. Я думал, вот он, новый поворот моей жизни. И тут же помчался к ней. Эй, ты из Плюнбетель, вы спрячьте ножи. Вы должны изменить свою речь и жесты. Он не должен понять, кто мы такие. Жених-инженер, вам ясно? Да. Какая у него прическа, кудри. Он такой красавец. От души он еще краше. Вы сказали, жених приедет. Зачем он отца прислал? Здравствуйте, сэр. А он сам не приехал? Вы о ком? Мой отец давно умер. Я не про вашего. Хватит спрашивать. Девушку покажи. Она же слишком юная. А впрочем, какая разница? Пусть он тебя благословит. А это еще зачем? Лучше сядь. Мне девушка нравится. Значит, ему понравится. Кому ему? О ком вы еще все время твердите? Ты мне нравишься. Если хочешь, можешь побеседовать со мной наедине. Невеста беседует наедине только с женихом. Она не может остаться наедине с его папой. Ты меня не поняла. Жених — это я. И хочу жениться. А на фотографии? Это же я. Детка, постой. Виджу, погоди. И вот как. Ты отдал в агентство фотографию юнца, а сам уже старик. Я долго искал невесту. Долго искал? Ты искал ее всю жизнь. А что в этом такого? Например, кто герой в фильме «Заключенный»? Чирандживи. Автогори. Чирандживи. Фанатов стало больше или меньше? Больше. Те, кто любил Чирандживи 20 лет назад в «Заключенном», любят его и сейчас в «Тагоре», верно? Верно. Вам же понравилась моя фотография, так в чем дело? Фанаты и женитьба — разные вещи. То же самое. Разве мы перестали любоваться Тадж-Махалом и Чарминаром, потому что они старые? Что молчите? Не перестали. Не запрещено жениться тому, кто стал старше. Я не могу больше ждать. Назначайте день свадьбы. Что ты сказал? Стоять! Не думайте, что можете меня безнаказанно избить. Вы знаете, кто такой Бабджи? Что? Ты его знаешь? Один звонок, и он приедет разобраться с вами. Слушайте меня. Эта свадьба состоится. Наш босс — правая рука Бабджи. Мы спрятали оружие, думали, что ты инженер. Босс, прирежем его? Кстати, теперь мне все ясно. Если мы будем драться в доме, поломаем всю вашу мебель. Хотите биться, приходите в спортзал. Вас тут 20, а я один. Я тоже приведу 20 человек. Устроим бои. Хотите, захватите еще 20 человек. Только не меньше.
Бегом! Я их разозлил, а сам в страхе убежал. Они меня не поймали, но они знают мой номер телефона. Они посылают мне все проклятия, какие только знают. Даже убить меня грозятся. Что мне делать? И ты делал все это за моей спиной? Как можно выставлять фотографию юного парня, а прийти к невесте стариком? Я сделал еще большую ошибку. Какую? Прикрылся именем Бабджи. Если он об этом узнает, убьет меня без слов. Ты боишься Бабджи? Да. Едем к нему домой. Нет, не играй с огнем, не связывайся с бандитами. Ничего не бойся. Идем. Здорово. Эй, вы к кому? К Бабджи. Босс сейчас занят, подождите здесь. Хорошо. Мы криминальные авторитеты. Как ты посмел занять нашу территорию? Тронешь мое имя или собственность, подохнешь, как собака. Дядя. Чего? Посмотри на эту девушку. В доме бандита нужно бояться. А ты на нее уставился? Отвернись. Слышишь? Она прекрасна. Она просто создана для меня. Дядя, если я ее покорю, нам не придется ходить сюда на разборки, а они сами придут к нам. Как тебе идея? Накличешь ты беду. Мы пришли сюда, чтобы решить проблемы, а не создать их. Пойдем-ка лучше домой. Не смотри, не смотри. Не смотри, говорю. Эй, вы, босс вызывает. Послушай, тут довольно неуютно. Давай вернемся домой. Пойдем. Не бойся, идем. Здравствуйте. Босс, это тот самый тип, который приходил к моей сестре. Не я, а мой дядя. Хороший парень. Чем он тебе не подошел? Это не он, а тот, что за спиной. Здравствуйте. Что это ты надумал жениться в таком возрасте? Дело не в этом. Он пользуется именем босса как кредитной карточкой. Грозился, что меня изобьют, стоит ему сделать один звонок боссу. Как ты смел угрожать нашим людям, пользуясь именем моего племянника? Как тебя зовут? Джалеби. Что это за имя? Я такого никогда не слышал. У моего папы была кондитерская лавка. Он обожал сладости Джалеби. И меня очень любил. Вот и назвал меня Джалеби. Вот как. А тебя как зовут? Черри. Черри? У тебя тоже есть история? Нет, просто Черри. Прозвище такое. Он сладость, ты вишенка. Что это за цирк? Проучите-ка их. Стойте. Разве в Хайдарабаде нельзя произносить имя Бабджи? Люди души в нем не чают. Люди его обожают, и мой дядя тоже. Что тут плохого? Я о чем тебя спросил, и что ты ответил? О чем ты вообще говоришь? Я ничего не понял. Достаточно того, что он понял. Имя сэра Бабджи так же популярно в Хайдарабаде, как бирьяни. Нужно куда-то попасть. Люди используют имя Бабджи. Чтобы получить место в колледже, называют его имя. Людям нашего города имя Бабджи необходимо так же, как вода. Верно, дядя? Ты ему льстишь? Дядя. Что? Пусть говорит. Как хочешь. Продолжай. Они стоят перед вами, но даже не знают, как вас любят в народе. В кинотеатре фильм «Павана Кальяна». Первый день, первый сеанс. Вы сможете достать билетик? Нет. А я смогу, потому что назову имя сэра Бабджи. Стоит упомянуть его имя, и полиция не спросит твой паспорт, постовые права, хозяин квартиры, плату. Мы называем имя большого человека. Что плохого? Что ты хочешь сказать? Что будешь использовать его имя, где тебе захочется? Дядя. Что? От таких людей я могу узнать, насколько народ меня ценит. Совершенно верно, сэр. Сэр, можно с вами сфотографироваться? Да. Дядя, сними. До сих пор ты использовал имя, теперь еще и фотографию? Не шумите. Сэр, обнимите меня.
Брат, я иду в колледж. Это ваша сестра? Да. Дядя, сними меня и с ней. Что ты делаешь? Зачем тебе фотография? Снимай. Не могу. Его заело. Зачем тебе фотография незамужней девушки? Что тут такого? Они хотят прославиться, напечатают постеры, потом их распространят. Разве ты не видишь, что они прохвосты? Иди в колледж, удачи. Сэр, в каком колледже она учится? Зачем тебе это знать? Зачем мы пришли сюда? Что ты у него просишь? Дядя, если мы будем знать, где она учится, мы не станем появляться на той территории. И всех друзей предупредим, что там учится сестра самого Балджи, верно, сэр? Верно. Инженерный колледж Шрея, технический факультет. Расскажи ему все. Пин-код, почтовый адрес, рост, вес, знак зодиака и все на свете. И он придумает какой-нибудь план. Что вы говорите? Что вы говорите? Я пришел сюда встретиться с сэром Бабджи, а не флиртовать с ее сестрой. Заткнись. Ты забыл, где находишься. Зачем говорить о флирте? Ты в доме сэра Бабджи. Причем тут его сестра? Хватит. Сэр. Сэр, я ваш большой поклонник. Главное, вы меня понимаете. Я вижу человека по его словам, а его характер по глазам. Вы великий человек. Можешь приходить ко мне, когда захочешь. Спасибо, сэр. Только маленькая просьба. Скажите им не трогать моего дядю. Они его не тронут. Спасибо, сэр. Идите. Сэр. Вы просто супер. Дядя, что у тебя с голосом? Не то что голоса. Я чуть жизни из-за тебя не лишился. Зачем тебе фотография с той девушкой? Они же тебя убьют. А мне все равно. Мне нравится эта девушка. Я влюбился. Судьба, аккуратнее. А куда мы едем? В ее колледж. Мадху! А? Мадху! Ты отвергла все мои предложения руки и сердца. Если ты не скажешь, что любишь меня, я сброшусь отсюда. Говори, или я прыгаю. Мадху, не заставляй его ждать. Скажи, что любишь его, иначе он спрыгнет. Спрыгнет только один раз, а телевидение покажет 100 раз. И тогда наш колледж закроют. Но здесь нет камер. А зачем телекамеры? У всех есть мобильные телефоны. Студенты уже это снимают. Мадху! Скажи же. Ну? Разве она обязана любить всякого, кто заберется наверх и будет шантажировать ее? Послушай, спускайся оттуда. Пусть скажет, что любит меня, тогда спущусь. Мадху, время идет. Говори, что любишь меня. Не тяни, а то я спрыгну. Да он еще безумнее тебя. Нет никого безумнее меня. Мадху, ты скажешь, или мне прыгать? Скажи же, если он и впрямь прыгнет, нас с тобой засудят. Мадху! Зачем он забрался еще выше, чем тот парень? Мадху, если ты скажешь, что любишь его, то спрыгну я. Тот парень не из нашего колледжа, сэр. Но залез-то он на нашу крышу. Ты кто такой? Это не важно, кто я такой. Важно то, чего я хочу. Мадху не должна говорить, что любит того парня. Впервые вижу парня, который требует не признания в любви, а отказа. Странный тип. И что теперь делать? Одному скажешь «да», другой спрыгнет. Не волнуйся, и вы ее не дергайте. Эй, вы там сами решите, кто прыгает, а кто остается. Как же так? Тендер был мой, а контракт достанется тебе? Ты хочешь свести на нет все мои труды? А ты чего хотел? Бесполезно звонить по телефону, который отключен. Кончай этот цирк, спускайся вниз, и я открою тебе правду. Какую правду? Скажу, если спустишься. Идет. Спустился? Он и его околдовал, что ли? Говори всю правду. Можно угрожать кому-то, защищая свою любовь. Но не тому, кого любишь. Это моя девушка. Ты свободен. Что? Это и есть твоя правда? Приятель, ты не знаешь ее брата Бабджи. Это убийца. Тебе с ними не справиться, ты погибнешь. А ты справишься? Это ему со мной не справиться. Как это? Лучше займись учебой. Позже сам все поймешь. Куда это ты собрался? Хочу повидаться с Мадху. Это еще зачем? У меня и так сердце не на месте. Идем домой. Идем со мной. Куда? Ты хорошо уладил ситуацию, спасибо. Молодец. Большое спасибо. Я так рисковал, и всего лишь спасибо. А чего тебе еще надо? Чего ты хочешь от сестры господина Бабджи? Идем. Минутку, дядя, если ты не против, я скажу. Кажется, я тебя люблю. Куда ты уходишь? Скажу об этом брату. Господи, спаси нас. А ты не боишься? А чего бояться? Ты же умрешь. Ладно, идем.
Бабджи, эй, Бабджи! Видал, что натворил этот негодяй? Он забрался на 10-й этаж и грозился, что спрыгнет, если наша девочка не скажет, что любит его. Не так, дядя. Да какая разница, так или не так? Раньше он использовал твое имя за твоей спиной, а теперь он использует твою семью. Если мы промолчим, завтра он потребует, чтобы она за него вышла замуж. Что ж ты сидишь, словно воды в рот набрал? Хочешь отдать за него свою сестру? Так что ли? Черри, черри. Когда он пришел? А мне почем знать? Черри рассказал мне все, как было. Мне и им рассказать, сэр. Не надо. Один парень грозился, что спрыгнет вниз, если сестра не признается в любви к нему. Черри рискнул жизнью и пришел на помощь. Он спас того парня? Нет, мою сестру. Дело не в том, кто куда залез. Он шантажировал ее. Если вас ударит током, и я спасаюсь, стукну вас палкой, разве это избиение? Вся драма вертелась вокруг фразы «Я тебя люблю». И мне пришлось изобразить влюбленного. Но я никогда не говорил о вас плохо, сэр, верно? Бабджи, не верь ему. Его губы произносят «нет», а глаза говорят «да». Сэр, они просто завидуют, что вы мне доверяете, и пытаются опорочить меня, и даже вашу красавицу-сестру использовали. Да как ты смеешь? Тихо. Верю я ему или нет, решаю я. Я верю тебе. Спасибо, что спас мою сестру. Можешь идти. Вы просто супер, сэр. Дядя, идем. Да-да. Я всегда знал, что лесть ослепляет человека, а теперь вижу, что она и семью разрушает. Как я зол, не зли меня еще больше. Ему ты говоришь одно, ей другое, а мне третье. Если они обо всем узнают, убьют. Не узнают. Джалеби! Всем работать, не отвлекаться. Разойдись. Вы меня? Тебя. Где он? Я не знаю. Моя дружба с ним закончилась вчера. Меня это не волнует. Передай ему, чтобы он отстал от меня. Пусть он придет ко мне через 10 минут и скажет, что не любит меня. Иначе ты труп. Да. Сэр, чему вы радуетесь? Она же пригрозила вам. Я ожидал цунами, а это был легкий бриз. Иди. Слава богу. Теперь я знаю, что она его не любит. Заставлю его сказать то же самое, и конец проблемам. Было весело. Прошу прощения. Да. Девушка, которая пьет холодный кофе, не должна принимать такие горячие решения. Кто ты такой? Чего тебе? Я смотрю на тебя, но разговариваю с ней. Тогда и смотри на нее. Я боюсь взглянуть ей в лицо. Не то опять влюблюсь. Черри, ты не за этим сюда пришел. Ладно, я сейчас скажу. Разве плохо, если человек, увидев машину, мечтает сесть за руль? Нет. А разве плохо, если симпатичный парень вроде меня мечтает о такой красивой девушке, как она? Нет, помолчи. Ну хорошо. Если ты хотела поговорить со мной, могла прийти прямо ко мне. Зачем тревожить моего дядю? Не надо сцен. Если на счету нулевой баланс, ты не можешь снять с него деньги. Не пугай дядю, он и так боится. Я ухожу. Пока. Прощай. Мой дорогой мальчик, у тебя большое будущее. Что опять? Сейчас я скажу и кое-что, и вернусь. Что такое? Я сейчас. Минутку. А ты можешь мне поддакивать. Страна не сможет процветать, если будем ущемлять рабочих и влюбленных. Красивые девушки должны поощрять любовь, а не убивать. Когда ты отвергаешь влюбленного, подумай, почему ты это делаешь. Просто подумай. Пока. Так ты порвал с ней или нет? Как можно порвать нить от воздушного змея? Сэр, обыск с собаками показал, что незадолго до убийства такси Сетха какие-то люди похитили здесь человека по имени Сингх. Вот этот дом. Означает ли это, что Сингх и есть тот самый убийца? Нет-нет, это невозможно. Как могла парочка бандитов похитить человека, который способен жестоко убить столько народа? Их лидер, кто-то другой.
Сэр, взгляните, что я нашел. Их следующая цель — Хайдарабад. Поскольку он заказал билет из Калькутты в Хайдарабад, этот преступник наверняка уже там. Да, я уже в Хайдарабаде. Иди отсюда. Эй, браток, не давай им денег. Разве ты про них не знаешь? Сначала они клянчат деньги, а потом дают их взаймы с выгодой 10 рупий в день. У них бизнес недвижимости на окраине города. А побираются по утрам, это всего лишь подработка. Понял? Да. А ты сам брал у них взаймы? Нет, просто на каждом светофоре об этом говорят. Что слышал, то и передаю. Никому не рассказывай то, что все говорят. Ладно, я понял. Держи. У тебя температура. Почему ты просишь милостыню? Болен я или нет, я должен это делать, иначе они меня убьют. Кто? Дасу. Температура? В элитную клинику тебя. Жар, боль, кашель бывают только у живых. Но они тут же проходят у мертвых. Хозяин, не трогайте его. Слезы будешь лить, когда пойдешь побираться. Ты должен приносить по 100 рупий в день, если хочешь жить. Понял? А еще он выжигает глаза новорожденным детям. Он хорошо танцевал, но чтобы он не сбежал, хозяин отрубил ему ногу. Его люди есть на каждом вокзале и автобусной остановке. Они подбирают всех детей, которые сюда приезжают, обещают им работу. И если ты попал к ним, проще умереть, чем сбежать. Почему вы не жалуетесь в полицию? Он уже убил двоих, которые пытались это сделать. Мы живем в постоянном страхе и не знаем, как нам быть. Где я могу найти его? Что вы тут расселись? У вас скоро смена. Вы едите 3 раза в день, а ходите побираться всего 1 раз в сутки. И почему люди не дают купюры вместо монет? Я уже замучился их считать. Каждый первый день месяца для меня как появление богини Лакшми. Зачем заниматься мелкими монетами? Будь то деньги подаяния или деньги миллионеров, рыночная цена у них одинаковая. Будь то монеты или купюры, на рынке все едино. Знаешь, сколько стоит мелочь? Сегодня 25 пайс, завтра 50 пайс, а потом 1 рупия. А к концу месяца сколько набегает? Даже в калькуляторе не умещается такая сумма. И этих мешков мало для таких денег. Если бы Дауд Ибрагим знал о таких доходах, он бросил бы свою мафию и занялся таким бизнесом. Посмотри на моего сына. Настоящий герой. Как тебе мой наряд? Я отдам 1 000 000 рупий и сниму кино, где ты будешь героем. Даже если его посмотрят только рыночные попрошайки, 100 дней проката гарантировано. Это я тебе говорю. Не хочу героем, не люблю песни и драки. Лучше злодеям убивать, классно. Ты и так убиваешь. Но в кино это все увидят. Ты кто такой? Ты зачем его бьешь? Хватит! Ты же убьешь его! Этого я и хочу. Да как ты смеешь ворваться в мой дом и бить моего сына? Для этого твое разрешение не требуется, нужна смелость. Не можешь видеть боли своего сына. А каково другим, когда он мучает их детей? Это ядовитые цветочки, он всего лишь ослепнет. Не трогайте моего ребенка. Не тяни, давай быстрее. Нет. Нет. Предупреждаю тебя, лучше отпусти моего сына. Ты кто? Потомок матери Терезы? Защитник обездоленных? А ну-ка, расскажите ему про меня. Зачем ты нарываешься? Ради денег они отрубают людям руки и ноги и выгоняют зарабатывать на улицах. Ты молодой парень, лучше гуляй с девушками, не ввязывайся.
Эй, вы! Переломайте ему кости! Убейте его! Алло, это полицейский участок? Ты обращался с людьми хуже, чем с животными. Эти пальцы выкалывали глаза маленьких детей. Эти руки давали детям чаши для подаяний вместо школьных учебников. Пожалуйста, отпустите его. Мой брат и так достаточно наказан. О чем вы задумались? У него ничего целого не осталось, кроме головы. Прошу вас, отпустите его. Сэр, простите, что он не приветствует вас. Он не может пошевелить рукой. Можно вас попросить? Посадите его в скорую помощь, а не в джип. Пусть он останется жив. Поздравляем, вы спасли людей, рискуя собой. Это должны были сделать вы, Эмилия. Мы? Да, вы. Вы рассказываете про министра, стоит ему куда-то направиться. Но вы совсем забываете о маленьких детях, которые просят милостыню на дорогах. Ради высоких рейтингов вы устраиваете СМС-голосование, кого родит кинозвезда, мальчика или девочка. Вы подробно рассказываете о новом блокбастере, но об этих детях не говорите ни слова. Телевидение должно служить народу, а не рекламе. И не надо писать обо мне. Вокруг столько людей, приносящих пользу обществу. Столько людей откликается на объявления в газетах о том, что требуется 500 тысяч на операцию. Лучше напишите о них. Подумайте, как помочь тем, кто нуждается в помощи. Пожалуйста. Ты настоящий герой! Вы наверняка слышали об алкогольной мафии и наркомафии. Но еще более опасное явление – мафия, эксплуатирующая нищих. Этому человеку удалось разрушить логово такой мафии, дать отпор жестокости, освободив сотни бедствующих людей. Молодому человеку по имени Черри поступают поздравления в соцсети. Теперь он мне нравится. Он будет моим. Belli neri se non vai a sé. Chiedo, cacci in pigica, cacci in pigica, cacci in pigica. Con me, cari canali, cari canali, tiro. Ore? Почему вы остановились? Я стесняюсь. Вы такой милый, когда стесняетесь. А вы сюда зачем пришли? Инли, знаете, Черри украл мой покой. Он подарил новую жизнь стольким сиротам. Я поняла, что он хороший человек. Вы должны нас вести опять. Зачем вы меня мучаете? Пожалуйста. А зачем вам мое посредничество? Поговорите с ним напрямую. Он ведь такой непредсказуемый. Что вам мешает? Мое самолюбие. Сделайте так, чтобы он ко мне пришел. Самолюбие, значит, мешает. Но-но. У вас самолюбие, а у меня страх. У него гордость. Давайте лучше забудем про эту любовь. Так будет лучше. Джалеби. Что? Я еще и вспыльчива.
Куда мне бедному деться? Черри, ты меня любишь? Ради тебя я даже любимую девушку бросил, дядя. Прошу тебя, продолжай любить эту девушку. Это тебе не интернет, чтобы отключать, когда не хочешь, а потом подключать снова. Это мое сердце. Что мне теперь делать? Что? Она услышала, как ты спас нищих, и решила, что ты ей нравишься. Иди и признайся ей в любви. Вот как? А если бы я никого не спас, она бы меня не любила? Не нужна мне такая девушка. Пусть любит меня таким, какой я есть. А за что тебя любить? Кто ты, Авраам Линкольн или Билл Клинтон? Дядя. Умоляю тебя. Да, но у меня самолюбие, поэтому скажи ей, чтобы сама ко мне пришла. Самолюбие? Ты слышал наш разговор? Нет, а что? Просто она сказала то же самое. Мы все как дети, к черту самолюбие, поговори с ней. Я не могу унижаться. Приведи ее ко мне. Она сказала, что убьет меня. Не верь. Она сказала, что убьет себя. Тем более не верь. Проклятие. Сэр, почему вы плачете в туалете? Мне нужно было тебя спросить, где мне плакать. Дай мне хотя бы порыдать спокойно. Ладно, плачьте. А ты руки мой. Черри накличет беду. Даже не знаю, сколько людей теперь погибнет.
Черри разгуливает с нашей мадам. Надо немедленно рассказать боссу. Ваша сестра не виновата, босс. Даже соломинка начнет цвести, если за ней ухаживать каждый день. Заткнись, идиот. Он ухаживает за нашей девочкой, а не за соломинкой. Ты сам виноват, что поверил ему. Ты можешь понять человека по его словам, а его характер по глазам, верно? Ну и как? Понял? Он тебя одурачил. Как противно было слушать его лесть. А когда я его остановил, ты прикрикнул на меня: «Дядя, дядя!» И что теперь ты будешь делать? Твоя сестра скоро скажет: «Хочу за него замуж!» Что тогда? Я его убью. Терпеть не могу предательство. Он должен умереть до того, как сестра расскажет мне о своей любви. И это правильно. Найдите его. Сейчас убьем. Заткнись. Алло? Он здесь, в шлеме. Остановился возле Кайратабадского светофора. Что нам делать? Шлем может спасти от аварии, но нет проблем. Следуйте за ним. Начинаем охоту. Да, босс. Где он? Поехал вниз по эстакаде и повернул налево. Наехать джипом на его байк? Нет-нет. Баб Джи сам его убьет. Следуйте за ним. Да, босс. Босс, он подъехал к дому правительства. Мы уже рядом. Босс, а это не рискованно убивать его в таком месте? Это даже еще лучше. Новость распространится по всему штату. Тетушка. Да, сынок. Возьмите эти 100 рупий и подержите этот пакет у себя. Я приду за ним позже. Хорошо. Тетушка. Пакет. Держи. Босс, он зашел туда. Идем. Бабджи, это убийство затмит все остальные преступления. Ты прославишься на всю Индию. Сэр, у шефа полиции сейчас встреча, туда нельзя. Передайте ему мой привет. Моего племянника вы знаете? Да, сэр. Пойдем. Куда он делся? Босс, вот он. Прикончи его прямо там. Он прикончил шефа полиции в один миг. А мы 10 дней не могли к нему добраться. Убийство отменяется. Мы не знаем, кто за ним стоит. Нам лучше уйти, пока он нас не заметил. Кругом. Дядя, у меня так сердце бьется. У меня тоже. И зачем только наша семья с ним связалась? Он уже ушел? Кто же выживет после пули в сердце? Идиот! Я говорю про убийцу, а не про жертву. Думаю, что ушел, босс. Ну, слава богу. Откуда у него такая высокая температура? Я даже здесь чувствую его жар. Это не от вирусной инфекции, а от очень глубокого шока. Не было ли на днях стрессовой ситуации? Что-то в этом роде было. Тогда медицина бессильна. Нужно просто забыть. Кого забыть? Племянника? Стрессовую ситуацию. Шеф полиции убит прямо в здании правительства. Кто же убил его на глазах у столь важных персон? Террористы, гангстеры или наксалиты? Полиция ведет расследование. Бабджи,
Нам очень повезло. Если бы мы подошли и спросили, почему он любит нашу девочку, он направил бы пистолет на нас. Какой пистолет, сэр? Что же нам делать? Нам постоянно не везет. Ступайте. Сэр. Брат, еще утром ты был здоров? Откуда этот жар? Это ты и виновата. А что я такого сделала? Ты... Я понял. Мы как будто ничего не знаем. Иди к себе. Мне надо поговорить с братом. Лучше сразу дай ему яду. Разве не видишь, у него жар? Поговорить ей надо. Иди, давай. Подожди, дядя. Сегодня очень подходящий день. Для чего? Для его убийства? Дядя. Брат, я полюбила. Какое чудо! Он горит, как электрогрелка. Обязательно сейчас сообщать ему эту новость. Дядя, брат будет счастлив услышать, про кого я говорю. Из-за него у твоего брата температура. Брат, человек, которого я люблю, твой большой поклонник. И кто же это? Черри, да? Он мастер вешать лапшу, не верь ему. Дядя, ты с самого начала его не взлюбил. Брат огорчится, если ты будешь плохо о нем говорить. Бабджи, долго еще нам это терпеть? Уйди отсюда. Дядя! Брат, Черри пришел повидаться с тобой. Он здесь? Что такое, сэр? Я думал, у вас крепкое здоровье. Что с вами случилось? Он слег после того, как увидел нечто шокирующее. И что он увидел? Убит шеф полиции нашего штата. У него и так высокая температура, а вы еще такие ужасы ему показываете. Это и есть то самое шокирующее зрелище. С чего ты взял? Мы ничего не видели. Мы ничего об этом не знаем, наши люди уже неделю дома сидят. Я думаю, она уже сказала вам про меня. Она говорит, вы с детства ни в чем ей не отказывали. Я пришел сюда с дерзкой надеждой, что вы не прогоните меня. Надеюсь, вы не возражаете. Это означает, да? Почему он не разговаривает? Как он может отказать? Мы все согласны. Улыбнись, Бабджи, и все будет ясно. Ну вот. Спасибо. Я очень счастлив, спасибо. Благодари меня. Почему? А кто виновник твоей любви? Я. Я пришел к его сестре и назвал имя Бабджи. Затем я привез тебя сюда, и ты увидел эту девушку. Девушка полюбила тебя. Хватит болтать ерунду. Получили, что хотели. А теперь идите отсюда. Если не возражаете, я отвезу Мадху к себе домой и познакомлю со своей семьей. Как он может отказать? Увози. Ух ты. Вы супер, сэр. Только не льсти мне, забирай ее. Пока. Джалеби, вы меня звали, сэр? Да. Черри, свози ее к себе домой, а я устрою праздник твоему дяде за то, что свел тебя с ней. Хорошо. Дядя, развлекайся. Спасибо. Сестра сэра Бабджи выходит замуж. Почему не отдаешь свою сестру за меня? Не смотри так грозно. Теперь моя крыша круче, чем твоя. Верно? Тарелку. А почему она такая большая? Еду. И зачем мне так много еды? Ее станет меньше, когда будешь есть. Начинай. Кто же столько съест? Даже он не сможет. Сэр, пусть уберут половину. Джалеби, я кормлю гостей со всей любовью. Ты съешь все, что на твоей тарелке. Съешь все, чем я тебя угощаю. Съешь все так, как я тебе скажу. Иначе я рассержусь, и тогда тебе конец. Кажется, это план убийства. Всех до смерти забивают, а меня закормят. Ешь. Сейчас. О, Боже, желудок болит. Мне конец. Я застряну. Все части вашего тела заполнены едой. Как вам удалось столько съесть? Я не сам ел, в меня запихивали. Как можно столько запихнуть? Руки, это не стол, чтобы по нему стучать. Расскажите, как все было. Вы доктор или адвокат? Почему вы меня допрашиваете, когда я умираю? Ладно, не буду. Правильно. Лучше сделайте мне операцию и достаньте из меня еду, умоляю вас. Мы оперируем, чтобы достать ребенка, но не еду. Вот тело, сэр. У нас есть все записи камер видеонаблюдения в здании правительства, сделанные в день убийства. Вторая камера.
Третья камера. Стоп. Это кто? Во все камеры попали. Известный бандит по имени Бабджи и его дядя. Что это он говорит? Его голос не записан, сэр. А есть в Центральном бюро расследования кто-нибудь, кто сможет прочесть по губам его слова? Да, есть, сэр. Кто? Сэр, вот сотрудник, о котором вы спрашивали. Здравствуйте, сэр. Кажется, он любит и выпить. Да, сэр. Я всегда в штатском и всегда пьян. Работа и спиртное для меня все равно, что два глаза. Вы пьете постоянно? Нет, сэр, только для храбрости. Когда надо кого-то арестовать. После этого я пью от страха, что он меня убьет. А еще я пью от радости, когда такие офицеры, как вы, меня ценят. А если не ценят, пью от горя. Выходит, вы пьете целыми днями? Я твердо убежден, что в ЦБР у каждого такая привычка. Покажите ему запись. Пуск. Стоп. Перемотайте. Бабджи, это убийство затмит все остальные преступления. Вы станете знаменитым на всю Индию. Браво, идеальный синхрон. Вы гениально читаете по губам. Работа в ЦБР. Читать все, сэр. Доставьте их ко мне в кабинет. Есть, сэр. Вы один справитесь или вам дать подкрепление? С друзьями идут за бутылкой, а на дело идут в одиночку. Я прав, сэр? Вы правы. Вы мне понравились. Вы мне тоже, сэр. Идите. Дядя, мне страшно даже подумать о том, что будет. Страхом ничего не добьешься. Сейчас пульт в его руках. Нам остается только смотреть тот канал, который он включит. Привет. Этот дом получше официальной резиденции. Ты кто? Что тут забыл? Думаю, как уладить свое дело. Мы больше этим не занимаемся, уходи. Почему? Мне отчитаться перед тобой? Мой племянник плохо себя чувствует. А что с ним такое? Почему ты пьешь в моем доме? С головой все в порядке. Машине нужен бензин, чтобы ездить, а мне алкоголь, чтобы говорить. Он много болтает. Убейте его. Стоять. Я агент ЦБР, отведу вас на допрос о том человеке, которого вы уже убили. Шеф ждет вас в департаменте. Так что едем. Мы никогда не являемся в полицию. С чего нам ехать в ЦБР? Никуда мы не поедем. Убирайся отсюда. Я не полицейский, который уходит по окрику. Я из ЦБР, Центрального бюро расследований. И мой главный штаб находится не на вашей улице, а в Дели. Если вы не пойдете со мной, вас ждут большие проблемы. Веселее. Иди вперед. Добрый день. Добрый день. Итак, чем вы занимаетесь? Улаживаем кое-какие делишки, сэр. Заткни свой рот. Мы улаживаем кое-какие дела, сэр. То есть? Улаживаем проблемы бедняков, земельные, семейные. Если, скажем, муж с женой поругались и решили разойтись, мы считаем, что они должны быть как рыба с водой, а не превращаться в рыбака и рыбку. И мы пытаемся их помирить друг с другом. Зачем вы приходили в здание правительства 21 числа? В здание правительства? А что это? Мы даже не знаем, где это. С тех пор, как Бабджи заболел, мы даже из дому не выходим. Уже целую неделю. Ложь. Врут. Говорите правду. Зачем нам врать? О чем вы говорите? У нас тоже есть круг влиятельных друзей министра и депутата. Не надо нас недооценивать. Значит, вы пошли с ними встретиться? Куда мы пошли? С кем встретиться? О чем вы? Что за бред? Что вы тут говорили? Я говорил, сегодня пятница, пойдем в храм, Бабджи. Вот так. Убийство произошло во вторник. Проклятие. Как я могу помнить, вторник это был или пятница? Вы нас подозреваете. Я его дядя, вот и учил его добрым делам. Что вы раздули из этого? Значит, добрым делам. Бабджи, это убийство затмит все остальные преступления. Ты станешь знаменитым на всю Индию. Тут что-то не так.
Ладно, ладно. Я сказал эти слова. К чему мне врать? Да, я сказал эти слова, но они касались другой ситуации. Какой? Один парень крутил нашу девочку. Мы узнали, что в тот день он будет там, и поехали туда поговорить с ним. Но события повернулись иначе. Значит, убийца — это парень вашей девочки. Пожалуйста, не впутывайте нас в это дело. Он был там во время убийства? Да. То есть, нет. Пожалуйста, не спрашивайте нас о нем. У моего мальчика температура, у меня душа болит. И у меня кровь течет. А ты не жалуйся. Тебя ударил сам комиссар. Можете идти. Что? Это все? Нам можно идти? В ЦБР все так просто. Ну, мы пошли. Как зовут того парня, который любит вашу дочь? Чаран. А прозвище Черри. Чем занимается? Инженер-компьютерщик. В какой компании? В какой? CG3X Мадхапур 2. Да. Можете идти. Сэр, почему вы их отпустили? Незачем хранить пустую бутылку. Они видели убийство, а совершил его тот парень, верно? Почему вы так уверены? У них появился страх в глазах и дрожь в голосе. Когда вы заговорили о нем, я видел, что вы это заметили. Вы правы. Хоть вы и пьяны, но рассуждаете трезво. Спасибо за комплимент. Давайте арестуем этого парня. Это должен решать господин комиссар. Он не убивает простых людей. Он выполнил свое намерение даже в толпе министров, депутатов и охранников. Какая самоотверженность, решимость и стремление к цели. Я не могу понять, один ли это человек или сотни тысяч. Чтобы арестовать такого человека, нам нужны веские доказательства. Используйте сведения, которые они нам дали, и соберите мне всю информацию об этом человеке. Мы должны знать о нем все. Вам ясно? Сэр, да. Вот вся информация о CG3X. Посмотрите данные о Чаране в списке сотрудников. Проверьте, был ли он на работе в день убийства 21 числа. Он отсутствовал, сэр. Так, сверьте его фотографию с записями камер видеонаблюдения. Совпадение не найдено, сэр. Искусный преступник. Аккуратно избежал попадания в камеру. Однажды я его видел по телевизору, сэр. Когда? В прошлом месяце он обезвредил мафию. Преступники, с которыми он расправился, были арестованы сейчас в тюрьме. Приведите их сюда. Осторожно, брат, осторожно. Не торопись. Вот так. Аккуратненько. Хорошо. Здравствуйте, сэр. Почему, когда вы движетесь, раздается такой звук, будто идет робот? Вы слышите скрежет металла, сэр? Да. У них теперь все из металла, кроме сердца, печени и почек. Как это? Один парень избил их так, что все кости были стерты в порошок. Пришлось соединить части тела остальными деталями. Полагаю, это парень не старше 25 лет. Он разбил жертвам все кости. Даже здесь металл, сэр. Даже черепа им проломил. Это он избил вас? Видела? Это он! Это он! Его фотография парализовала все детали в их теле. Сэр, пожалуйста, уберите. Почему вы не попытались дать ему сдачи? Мы не будем бить трансформатор, ударивший нас током. Мы их допросили, но сведений мало. А нам больше не надо. Он тот парень, которого мы ищем. Слушаю, сэр. Разведка. Вы поймали его или нет? Мне сообщили сведения, что он собирается меня убить на празднике Кумбх. Куда смотрят ваши люди? Он не сможет вас убить, сэр. Когда вы вернетесь после праздника, он будет стоять перед вами в наручниках. Обыскать дом. Туда. Ищите везде. Поднимитесь наверх. Туда. Не пропускайте ни одной комнаты. Ищите всюду. Что тут за шум? Что это вы тут делаете? Да вы знаете, кто тут живет. Зять Бабджи. Он-то нам и нужен. Мы из ЦБР. А ты кто? Я дядя Черри. Меня зовут Джалеби. Джалеби? Да, к сожалению, меня зовут Джалеби. Тебе больше идет имя Острые Чипсы.
Мы все обыскали, сэр, его здесь нет. Кого вы тут ищете? Черри, где он? Он поехал на праздник Кумбх. Кумбх? Поехали. Взять его. Сэр, у меня расстройство желудка. Дозвонился? Нет, сэр, его телефон все время занят. Наверное, со своей девушкой болтает. Продолжай звонить. Да. That's right. Get the land, get the land. Kasi meru pula. Meru vake yala. Kangare galigin chela. Hey, get the land, get the land. Like this. Kakkane vidu gula. Nada vake yala. Korindi chayi pala. Wow, matte kispondira. Piche kispondira. Nilloni tundara. Сэр, я видел праздник Кумбх по телевизору, но сам никогда тут не был. Почему вы устроили мне бесплатную экскурсию? Потом узнаешь. Сначала дозвонись племяннику. Ладно. Пусть Бог исполнит все твои желания.
Да, дядя. Ты где? Включи громкую связь. Я на празднике Кумбх. Я тоже. Когда ты приехал? Потом расскажу. Сначала скажи мне, где ты? Возле храма бога Шивы. Мы его поймали. Замри. За пистолетом полез. А я должен спокойно смотреть, как ты стреляешь. Сэр, мой сын инженер. Разве он может кого-то убить? Вы все узнаете на допросе. Нашего лидера схватили. Что делать? Это не наш лидер. Да? Тогда где он? Идем к машине. Наш лидер сам придет. Вам нужно в больницу, срочно. Я думал, что он мертв, а он все еще жив. Это он убил моего брата и шефа полиции. Я его уничтожу. Сэр, это запрещено. Нельзя стрелять во время праздника Кумбх. Уйди. Отвезите его в больницу. Приношу свои извинения, вы с ним так похожи. И я заподозрил вас. Вы к этому не причастны. Можете идти. Сэр, кто тот человек? Зачем тебе знать про этого убийцу? Идем. Погоди, дядя. Мы здесь, потому что его поймали, иначе сидели бы сейчас в полицейском участке. Рассвет и закат выглядят одинаково, а вот температура разная. Вы так похожи, но такие разные. Минутку. Да что ты к нему так привязался? Тут написано, что он герой. Ради тиража журналисты еще не такое напишут. Все стремятся избавиться от проблем. Один ты их все время ищешь. Я хочу знать о человеке, который так похож на меня. Долой Равата! Долой Равата! Долой Равата! Долой Равата! Долой Равата! Вы требуете закрыть нашу фабрику, но правительство, наоборот, просит нас строить еще больше фабрик. Что нам делать? Правительство хочет, чтобы вы производили лекарства, а не героин и другие наркотики.
Это нелегальное производство загрязняет воздух и воду. Люди гибнут от заболеваний дыхательных путей. Услышьте нас. Закройте эту фабрику. Наша фабрика ничего не загрязняет. Это ваши трущобы вредят экологии. Убирайтесь отсюда. И ищите другое жилье. Вон. Мы никуда не уйдем. Убирайте фабрику. Это не игрушка, которую можно запросто убрать. Это фабрика стоимостью 10 миллиардов рупий. Жизнь людей важнее любых денег. Бадвелл. Что, братец? Одного отругаешь, сотни бояться будет. Одного побьешь, сотни бояться будет. А если убьешь одного, то дрожать будут 100 000. Убей его! Боже, дедушка! В раю грязи нет. Кто туда хочет? Если посмеете выступить против меня, ноги вашей не будет в Калькутте. Он приехал спустя долгое время. Ищи его внимательней. Да я ищу. А вот и Сиду. Где? Вон. Сестра. Сиду, как ты? Хорошо. Привет, Сиду. Ну как ты, подготовился к экзаменам? Я сделал все, что мог. Ты много болтаешь. Я специально отпросился из госпиталя, чтобы его встретить. Надо поговорить. Это не обязательно. Он молчал, пока сдавал экзамен за 10 класс и стал лучшим в штате. Если он будет молчать и сейчас, то и этот экзамен сдаст лучше всех. У меня могучий ум, сестра. Даже если я буду кричать, ни одно слово не уйдет из моей памяти. Ты не будешь разговаривать, и точка. Алло? Как она может запрещать тебе говорить? Будем разговаривать тайком. Ну что, идем? Носильщика? Зачем? Муж понесет. Если будешь молчать, как сестра велела, все подумают, что ты не мой. Сестра, можно мне говорить хоть немного? Ладно, иди отдохни с дороги, прими душ, а я поесть приготовлю. Спасибо. Сиду, когда ты приехал? Что ты так смотришь? Ты что, онемел? Скажи хоть что-нибудь. Накинь на себя что-нибудь или закрой дверь. У меня вылетает из головы все, что я учил. Правда? Ладно, сейчас все вернется. Вернулась только половина. Если он сдаст экзамены и станет железнодорожником, считай, что жизнь удалась. Но у него нет никого, кроме нас, нужно его женить. Давай женим его на моей сестре. Она супербыстрая, а он супермедлительный. Как они поладят? Будет сидеть в углу, как я. Что ты сказал? Они будут так же счастливы, как и мы. Мой муж объездил всю Калькутту и нашел твою любимую рыбу. Спасибо. Привет. Ты что, ее не узнаешь? Это же моя сестра. Я видел ее только один раз, на свадьбе. Хорошо, хоть не сказал, что видел меня без одежды. Недавно у нее было собеседование в университете, ждем результатов. Вот как. Ух ты, как он притворяется. Садись. Ничего. Пожалуйста, садись, она так не похожа на своих сверстниц. Такая тихая. Это только кажется, просто она тебя увидела, вот и стесняется. Стесняется? Она? Бадвелл совершил очередное убийство. На этот раз его жертвой стал мусульманин Рияс, который потребовал прекратить загрязнение фабрики окружающей среды. Каждый раз, когда в городе происходит убийство, преступление связано с именами Рават, его братья Бадвелл и такси-сет. Но их вина всегда остается недоказанной. Общественность и полиция знают имена убийц. А разве журналисты не знают? Что сделаете? Будете вести свои передачи, пока нас всех не убьют? Почему так много говорят о каком-то Равате? Он негодяй, как их поискать. Калькутта слышит о нем каждый день. Что бы мы ни делали,
Не сможем избавиться от всех их дел. А полиция о нем ничего не знает? Никакая полиция не может арестовать их и тех, кто их покрывает. Вот они и творят, что хотят. Знают, что никто не выступит против них. Они запугивают каждого, кто посмеет высказаться. Ладно, хватит о них говорить. Перестань. Правильно. Зачем нам обсуждать, что творится вокруг? Неважно, что другие страдают. Мы-то счастливы. Верно? У нас все в порядке. Это ведь не наш город и не наш штат. Расслабься. Мать Тереза тоже была не из Калькутты. Она приехала в чужую страну во имя блага других и вдохновила миллионы людей. А сегодня бандиты разгуливают по той самой Калькутте, где жила она. Рано или поздно кто-то должен бросить им вызов. Должен. Бросить вызов. Ты же не доел, постой, брат. Закройте это дело. Сэр, там упоминаются имена Равата и Бадвала. Они бы еще и наши имена вписали. Замените их в протоколе. Здравствуйте, Раватбай, благословите. Заходи. Приветствую, благословите. Добрый день. Ты мой последователь и партнер, садись сюда. Нет, сэр, мое место сидеть у ваших ног. Он всегда переигрывает. Я слышал, вы звонили в Дели. Скоро вы будете контролировать центр. А ваш брат в штат. Два политика в одной семье. Верно. В правительстве говорят, один в семье — это хорошо, а двое уже толпа. Так это про детей говорят, а не про политиков. А тут чем больше людей, тем больше пользы. Я прав, босс? Есть новости о тендере на алкоголь? Министр отказался отдать контракт нам, сказал, что винных магазинов и так много, и еще один будет лишним. Да, от этого министра никакого толку. Он заботится о народе. Точно. Когда мы нелегально заняли землю, он возмущался сильнее, чем сами жители. Вы помогли ему победить на выборах и стать министром, надеясь, что он будет нам полезен, но он так и не повысил меня в должности. Зовите его. Добрый день, господин Рават. Как только я получил от вас звонок, я сразу понял, в чем дело. Ваши люди наверняка опять настроили вас против меня. Не умничай. Не забывай, позади тебя вооруженные люди. Я заставлю твою же охрану убить тебя. Хну следует наносить только на пальцы. Не надо ею мазать все тело, она оставляет след. Поймите же, вы и ваш брат совершили убийство на глазах 10 000 человек. Не только я, но и все мои люди пытались замять это дело. Кстати, о ваших людях. Они подделали документы на землю матери Терезы. Он вписал туда свою мать, а этот свою бабушку. Народ молчать не будет. А почему не будет? Разве мать Терезы еще жива? Нет, а зачем мертвым земля? Вот я и поставил в документах имя моей матери, ясно? Замолчи. Если ты это скажешь в ассамблее, партия оппозиции тебя заклюет. Ну и что? Хватит. Когда стоишь у власти, не нужно думать о народе. Ты должен заботиться о наших людях. Но... Когда я вернусь из Дели, он должен стать шефом полиции. И эти люди должны быть довольны. Ты понял? Сиду! Пойдем в кино. Какое еще кино? Я уже попросила купить билеты. Они расстроятся, если мы не пойдем. Кто? Мои поклонники. Поклонники? Да. Твои поклонники, а кто они? Вена и компания. Ты еще не знаешь, кто за мной бегает. Я тебе покажу. Идем. Эй, Габар Синг. Салют. Вена. Ты президент Калькутского фан-клуба звезд. Так прояви героизм. Чего ты боишься? Я не боюсь, просто немного подрагиваю. Почему? До сих пор Нандини посылала меня только за пиццей, бургерами и напитками, а сегодня заказала мне купить 2 билета в кино. Что это значит? Я ей нравлюсь? Как вы думаете? Конечно, нравишься. Не нервничай. Если она сказала купить 2 билета в кино, это верный знак любви. Держи кольцо. Вену, в Андре люди без ума от Павана Кумара, а здесь от тебя. Правда? Конечно. Лови. Ты просто бенгальский тигр. Да? Ты супергерой. Да. Держи цепочку. Вену, ты так все свое золото раздашь. Когда мне в руки плывет 50 килограммов золота, мне не жаль 250 граммов. Точно. Привет. Привет. Твоя будущая жена красавица. Но кто это рядом с ней? Супергерой и стильный, как мегазвезда. Отдай мое кольцо. Что? Отдай. Вот.
Да какая разница, кто он такой? Он видеомагнитофон, а ты DVD-плеер. Держи. Спасибо. Привет, Вену. Привет, Нэнди. Не, это кто? Это брат моей невестки. Брат? А я-то волновался. Я Вену, местный супергерой. Да. Слушай, берешь этого брата и покупаешь ему любое место в любом ряду, а мы с ней сядем на места для поцелуев. И... Вот еще, ни за что. Почему? Он брат моей невестки. Я уговорила его пойти в кино. И если я не сяду рядом с ним, мой брат и невестка расстроятся. Пойдем, Сиду. Зачем ей с братом места для поцелуев? Она сказала, он брат ее невестки. И что? Он может быть ее парнем. Что? Похоже, он хочет оседлать твою лошадку. Я этого не допущу. Идем. Ну-ка, посмотри, что они там делают. Твоя девушка такое вытворяет. А он при этом что делает? А этого не видно. Если они так ведут себя на простом сеансе, представляю, что было бы на премьере. Убьем его. Придется. Сейчас нельзя, фанатам помешаем. Лучше спокойно прикончить его в перерыве. Для защиты девушки или собственности нужно оружие. Я принес кислоту и нож. Когда я ударю его ножом, ты плеснешь кислотой ему в лицо. А мы? А вы смотрите и наслаждайтесь. Один попкорн, одну колу и картофель фри. А он где? Вон он. Вот халявщик. Смотрит кино на наши деньги. Она ему еще колу покупает. И умрет он тоже бесплатно. Так чего же мы ждем? Пусть толпа рассосется. В зале фанаты, здесь толпа. Кончай его скорее. Сначала я тебя прикончу. Нам нужен хороший план. Простите, я вас не заметила. Моя одежда, простите, не высохнет. Нужно согреть. Обними меня. Обнимай. Пусти! Обними! Пусти! Обними! Что вы скандал устраиваете? Отпустите ее. Ты посмел прикоснуться ко мне? Да как ты смеешь меня трогать? Что так смотришь? Хочешь ударить? Ударить хочешь? Чего надо? Тела можно убрать? Забирай. Спасибо. Идем. А у тебя откуда кровь? Это кетчуп. Кетчуп? Не спрашивай ни о чем, я в шоке. Иди, смотри кино. Вымой руки. Пока. С меня хватит. 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 Зачем ты так много пьешь? Печень посадишь. Старую печень можно заменить на новую. А с девушкой что делать? Страну губит не терроризм или нацелиды. Индию погубит красота. Это я вам говорю. И только красота. Страшная сила. И что это значит? Девушки используют свою красоту как капитал. Заставляют нас бегать за ними, накручивая свои проценты. Они нам улыбаются, заигрывают. К примеру, мы покупаем акции хорошей компании, ожидаем стабильного роста. Но вдруг она закрывается без всяких гарантий. Девушки поступают точно так же. Ты правильно сравнил красоту с капиталом. 5 лет. Если бы я ходил не за ней, а через всю Индию пешком, попал бы в книгу рекордов Гиннесса. Как выкидывают бумажку, съев мороженое. Как удаляют малобюджетный фильм после выхода блокбастера. Так и она бросила меня ради этого парня. Не доверяйте красивым девушкам. Ты прав. Пойдем и отомстим ей. Если мы к ней пойдем, она скажет, что выходит за него замуж, и нам придется покупать ей цветы и подарки. Нет уж. Верно. В глубине души она уже давно вышла за него замуж. Субтитры сделал DimaTorzok.
రుచి చేస్తా బుగ్గలు చుక్కలతో ఒత్తిడి వలపుల గంధమిస్తా పక్కలలో శుభలేఖ అందుకున్న కలయో నిజమో తొలి ముద్దు జాబురాస చలికే ఎప్పుడో శారద మల్లెల పూల జల్లి వెన్నెల నవ్వులలో శ్రావణ సంజలు రంగరిస్తా కన్నులతో శుభలేఖ రాసుకున్న ఎదలో ఎప్పుడో తొలి ముద్దు జాబురాస చలికే ఎప్పుడో చెనేమో మాయదారి చూపుకి మల్లె మబ్బులాడేనేమో బాలనీల వేణికి మిచ్చి మిచ్చి చూడసాగే కుచ్చే కన్నులు కుచ్చి కుచ్చి కౌగిలించే నచ్చే వన్నెలు అంతేలే కదంతేలే అదంతేలే శుభలేఖ అందుకున్న కలయో నిజమో శుభలేఖ రాసుకున్న ఎదలో ఎప్పుడు లేఖ పంపలేక హింస పడ్డ ప్రేమకి ప్రేమ లేఖ రాసుకున్న పెదవిరాని మాటకి రాధలాగముగబోయా పున్న చెట్టు నీడలో వీసవల్లి వేచి ఉన్న వేడు పూల తోటలో వాళ్ళు చూపు మోసుకొచ్చే ఎన్నో వార్తలు ఒళ్ళో దాటి వెళ్ళసాగి ఎన్నో వాంఛలు అంతేలే కదంతేలే అదంతేలే శుభలేఖ మల్లెల పూల జల్లి వెన్నెల నవ్వులలో శ్రావణ సంచలు రంగరిస్తా కన్నులతో శుభలేఖ రాసుకున్న ఎదలో ఎప్పుడు శుభలేఖ అందుకున్న కలయో నిజమో Доктор, как моя дочь? Что с ней? Вы действительно ее родители, сэр? Вы давали стероиды 10-летней девочке, чтобы она выглядела 18-летней и посылали ее зарабатывать проституцией? Это не мы, сэр. Это братья Равата, Бадвелл и Такси, сэр. Бедность вынуждает наших детей идти работать, а они дают стероиды маленьким девочкам, чтобы они превращались в женщин и занимались проституцией. Они отбирают маленьких детей у родителей. Что нам делать? Половина такси в Калькутте принадлежит такси Сетху. Они похищают маленьких девочек, как наша дочь, когда те садятся в их такси. Они обещают им работу, делают их проститутками, а потом продают их мужчинам в другие страны. Почему вы не подали жалобу в полицию? Никто не осмеливается противостоять им, сэр. Возможно, вы не осмелились, но я это сделаю. Что? Да.
Девочка перед смертью дала показания против Бадвелла. Вот анализы ее крови и ДНК. Наконец-то я вижу человека, рискнувшего ему противостоять. Этих доказательств достаточно для его ареста. Да, Сиду? Почему ты не приехал на обед в честь твоего дня рождения? Сестра тебя ждет, ты где? Я еду в Олд Бинни Миллс. Что? Какие у тебя там могут быть дела? Очень важные дела. Скажи сестре, пусть обедает без меня, я позже приеду. Ладно, приезжай скорее. Вы куда? Нам нужно повидать Бадвелла. Снимешь мундир, тогда зайдешь. Почему ты пришел в полицейской форме? Собираешься арестовать меня? На тебя подали заявление, и в первый раз есть серьезные доказательства. Он обратился ко мне, не зная, что я твой человек. А если бы он пришел к другому? Доктор должен думать о болезнях. Почему тебя волнуют проблемы народа? Ты правда считаешь, что можешь со мной справиться? Отвечай. Ну же. Возможно, он и продался тебе. Если полиция ничего не сделает, я передам эти доказательства прессе, и тебя публично уничтожат. Алло? Бадвелл, Бадвелл. Никто не может меня остановить, убиваю ли я людей или продаю их. Ты можешь убить меня сегодня, но однажды сам сдохнешь, как собака. Брат. Брат. Калькутта принадлежит мне и моему брату. Брат. Брат. Брат! Брат! Ты родственник доктора? Да. Он подал заявление в полицию на нашего босса. Босс рассердился и убил его только что. Его труп вон там. Брат! 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 Бери тело и убирайся. Заикнешься о том, что видел, и тебя прикончат. И твою сестру заодно. Если у них есть дети, то и им тоже придет конец. Кто из вас Бадвелл? Кто Бадвелл, я спрашиваю? Кто тут Бадвелл? Я. И что, ты меня убьешь? Я убью тебя сегодня же, на самой многолюдной улице Калькутты. Не будь я Сиддхарт. Сиддхарт Наик. Давай.
Не убивай меня. Ради бога, прошу тебя. Столько людей тебя вот так же умоляло. Ты пощадил их? Убей негодяя! Убей его! В чем был виноват мой зять? В том, что заявил на тебя в полицию? Рано или поздно кто-то должен бросить им вызов. Тот, кто убил Бадвелла, не должен жить. Я прикончу его собственными руками. Где он? Я остаюсь здесь. Твой муж был прав. Он погиб, потому что все молчат. Калькутта должна избавиться от Равата и его псов. Что ты такое говоришь? А если и тебя убьют, как нам жить? Мы не должны в страхе бежать. Пусть они боятся. Я этого добьюсь. Поклянись мне, что поедешь с нами. Выслушай меня. Нет, я уже осталась без мужа. Если меня не послушаешь, то лишишься и сестры. Сестра. Поехали. Но, говорят, ты убил Бадвелла. Я пришла посмотреть на тебя. Он отнял у меня 4 сыновей. Оставил меня бездетной. Не знаю, кто твои родители. Долгих лет жизни тебе, сынок. Ты же останешься здесь. Скажи, останешься? Идем, идем же. Постой, сынок. Мы все так счастливы, что наконец нашелся человек, давший им отпор. Пожалуйста, не уезжай. Нам этого не надо. Идем. Брат, не уезжай, пожалуйста. Ты наша надежда. Ты должен быть здесь, как наша поддержка, наш лидер. Ты думал, убил моего брата и сможешь сбежать? Знаешь, почему ты все еще жив? Потому что я хотел убить тебя не силами полиции или политиков. Я прикончу тебя своими собственными руками. Вы так радуетесь, что он осмелился выступить против меня. Так я убью его у вас на глазах. Смотрите! Бери сестру и уезжай. О нас не беспокойся. Пожалуйста, уезжай. Вот как? Люди готовы умереть за тебя. Ты стал их лидером? Ну что? Что ты молчишь? Отвечай. Ты их лидер? Да, мой брат их лидер. Сиду, я хотела, чтобы ты уехал с нами, но ты должен быть рядом с этими людьми. Все вокруг боятся его, а он должен бояться тебя. Он должен бояться одного твоего имени. И он будет бояться. Уберите ее.
Я мог бы убить тебя в один миг. Но твои глаза должны увидеть, как падет твоя империя. Твои уши должны слышать о твоем поражении. Глядя на те муки, которые тебе придется вытерпеть, пусть ни один бандит не осмелится приближаться к Калькутте. Отныне, жить тебе или умереть, я буду решать. Наек! Что же делать? Неужели мне придется потерпеть поражение от этого щенка? Я должен убить его. Я должен убить его вот этими руками. Босс, он с толпой народу направился к фабрике. Учись хорошо. Если что-то понадобится, я здесь. Хорошо, брат. Он так быстро стал лидером. Брат, его надо порезать на мелкие кусочки. Сделай же что-нибудь. Лучше его не трогать. Иначе запад, восток, север, юг, весь штат содрогнется. Число его поклонников растет на глазах. Люди поют гимны в его честь. Депутаты, члены парламента, офицеры полиции – все теперь на его стороне. Даже тот министр, которому мы помогли победить, встречался с ним. По всей Калькутте звучит имя Наека. Он спас девушек, которых Рават со своим братом собирались продать за рубеж. Он также вернул на родину всех молодых женщин, которые были проданы за границу. Они вернулись к родителям. Я уже не надеялась тебя увидеть, папа. Мы не знаем, как ему это удалось, но он вернул наших дочерей домой. Обычно оружием творят беззаконие. В первый раз мы видим лидера, который взялся за оружие во имя добра. Я хочу взглянуть на него, мама. Лучше бы он убил нас обоих. Что за жизнь настала? Мы думаем о нем и боимся его каждый миг. Давай уедем отсюда. Давай оставим этот город. Уедем. Он уедет. Он оставит, а не мы. И не только этот город, но и этот мир. Зови сюда всех негодяев, бандитов, всех преступников, которые, прикрываясь именем Равата, долгие годы обижали народ. Скажи, что Наек желает с ними встретиться. Приветствуем, босс. Зачем сюда сбежались бандиты со всего города? Брат, ты же еще вчера вилял хвостом перед Раватом, а сегодня сам пришел к Наеку. Что, если Рават узнает об этом? Выгодно идти только за тем, за кем все идут, за настоящим лидером. Понял? За мной. Чего вы тут стоите? Сказали здесь подождать. Можно заходить только тогда, когда вызовут по имени. Он будет беседовать с глазу на глаз, чтобы понять, насколько каждый не глуп. Боюсь, он нас просто побьет. Не ты один. Брат тоже боится. Помолчи. Мы скрываем тело одеждой, а страх словами. Ясно. Здравствуйте, господин Наек. Вы сказали мне быть здесь через час, но я уже тут.
Шукла, ты пришел по первому зову. Что будешь? Кофе, чай или напиток? Фотографию можно сделать? Фотографию? Да. Я всем расскажу, что Найк мой друг. Я совершил сотню убийств и 50 изнасилований. Я отнимал земли, какие хотел. Вся Калькутта стонала от меня. Но даже соседи не знают моего имени. Разве что только полиция. А вы совершили всего одно убийство и сразу стали звездой штата. Скажите только «да», и от вашего имени уже к вечеру я соберу вам 10 миллиардов рупий. Согласны? Решайтесь, сэр. 10 миллиардов рупий? Как ты столько достанешь? Даже у бизнесменов нет таких доходов. Да куда им? Разве это настоящие бандиты? А сколько стоит твое имущество? 50 миллиардов. Бандиты так много зарабатывают? Это еще мелочи. Я буду приносить вам еще больше, чем Равату. Я превращу этот старый дом во дворец. Вы затмите самого Амбани. Если вы согласны, можно обсудить проценты. По легальным схемам, проектам, тендерам 50 на 50. За нелегальные дела 60 на 40. Согласны? От такого предложения невозможно отказаться. Процент хорош. Иди и подпиши документы. Контракт для бандита? Снимаю шляпу, господин Найк. В какую комнату пройти? Он показал левой рукой идти направо, значит, пойдем направо. Шукла, партнер господина Найка. Что? Полиция, адвокаты, судья, секретарь. Он делает все по закону. Какой опытный делец. Он образованный человек, не то что мы. Да. Так что мне подписать? Сэр, не желаете ли взглянуть на свою собственность? Давай. Это мое. 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 Я это каждый день вижу. Это все моя собственность. Скажите мне, где подписать? Здесь, пожалуйста. Ручку мне. Поздравляю, ты партнер господина Найка. Моя удача всегда со мной. Конфетку, сэр. К чему такое внимание, как будто я сделал что-то великое для страны? Вы действительно сделали великое дело. И что я сделал? Вы отдали свое имущество в фонд помощи сиротам. Что вы говорите? Я сейчас упаду. Когда это я отдал его? Это значится в документе. Вы только что его подписали. Теперь у вас нет никаких законных прав на это имущество. Зачем вы меня сюда позвали? Зачем вы заставили меня подписать бумаги? Как вы посмели забрать всю мою собственность и сделать меня нищим? Я Шукла! Не смейте со мной шутить. Я убиваю человека за одну секунду. Там за дверью 100 головорезов. Стоит мне только свистнуть, и они будут здесь. Что такое, Шукла? Что за крик? Крик? Ты забрал у меня имущество стоимостью в 50 миллиардов, а взамен дал конфетку за 50 пайс. Что мне делать? Песни петь? Так что ли? Ты так и не понял, что здесь происходит. Зайди в следующую комнату, поймешь. В этой комнате ты мне дал конфетку, а в той печеньку дашь? Он слишком разволновался. Взять его. Ну вот, я зашел. И что? Вот это быки. Что вы делаете тут, когда беззаконие там? Хотя терять вам нечего. У вас нет собственности. У вас есть тела. У меня мозг. Давайте объединимся. Мы ничего не потеряем. Наша жизнь — борьба. Почему вы так смотрите и молчите? Они не похожи на тех, кто потерял имущество. Похоже, нас будут бить. Быстро свисти. Они тебя не услышат. Почему? У нас хорошая аппаратура. Даже во сне, чтобы потерять все имущество, нужна целая ночь. Как я умудрился потерять все в один момент? Мне до сих пор не верится. Моя одежда цела, а все тело разбито. Как они так бьют? Даже тренированная полиция так не сможет. Съешь конфетку. Убери это, убери. Она напоминает мне о потерянном имуществе. Что вы здесь сидите? Нам сказали сидеть, мы сидим. Там и вправду бьют, как мы и думали. Зачем им нас бить? Что плохого мы сделали? Что вы ему сказали? Что предложили? Ничего говорить не пришлось. Они сразу же предлагают подписать бумаги. А когда подпишешь, конфетку дают. Вот и все. Очень просто. А что, если я повышу процент? Ты можешь запросить, сколько пожелаешь. Все равно все подпишешь. У меня ручки с собой нет. Ручки, печати, конфеты, все там у них. Иди.
Здравствуйте, Найкбай. Заходи, Раджпут. Подделка документов, паспортов, печатей. Все это пиратство. Ты на этом здорово заработал. Дайте ему всего секунду, и он вашу подпись подделает, сэр. Помолчи. Зачем мне подделывать его подпись? Да, я много заработал на Айкбай, поэтому я тебя и позвал. Давайте договоримся о процентах, и я возьму свою конфетку. Все дадут там. Иди возьми. Хорошо, Найкбай. После конфетки мне снова к вам зайти? Нет. Вся процедура пройдет там. И, наверное, ему уже дали конфетку. Поздравляю. Все ваше имущество переведено в фонд матери Терезы. Что вы несете? Зачем мне все отдавать матери Терезе? Я не согласен. Там музыка заиграла. Из него сделают отбивную. Вот бедняга. Мы хоть как-то можем идти. А он, похоже, даже сюда не дойдет. Свалится по дороге. Почему вы не предупредили? Не сказали, что там ловушка. Вот ты иди и предупреди всех остальных. Нет уж, пускай они тоже все потеряют. Вот и я промолчал, и ты молчи. Ладно, дай мне хотя бы конфетку. Иду я. А что вы едите конфеты, как маленькие? С нами обращаются, как с малыми детьми. Не воспринимают нас, как бандитов и грабителей. Зайди, подпиши бумаги и получи конфетку. Давай! Раджпут, смотри, каким крепким он оказался. Хоть и тощий, хорошо идет. Они бьются размерной комплекцией. Тебя вообще должны были закатать в асфальт. Про конфетку-то вы рассказали, а про музыкальную систему нет. Ты не пошел бы туда. Добро пожаловать, Раджа. Перед входом вы были бодрее. Вас там били? Ну вот еще. Когда ты идешь на медосмотр, тебя проверяют на беговой дорожке, ты устаешь. Тут то же самое. Только там тебе дают фруктовый сок, а здесь конфетку. Иди туда. Что-то здесь не так. Я попозже зайду. Смотрите, он сбегает. Мама, а может, не надо? Его поймали. А я-то боялся, что он сбежит. Теперь доволен? Да. Неважно, что мы разорены. Главное, чтобы соседу было еще хуже. Вот наша индийская философия. Я тебя обожаю, Раджа. Все здесь? Или кто-то еще остался? Нет никого. Все тут, как деревья после шторма. Лидер вас зовет. Как мы пойдем? У всех ноги в нерабочем состоянии. Среди нас много диабетиков. Еще полчаса, и они начнут умирать. Отпустите нас домой. Вы идете или Найка позвать? Не надо. Мы соберемся с последними силами и придем. Как же все болит. Ужасная боль. О, мама. Всем тем, у кого есть нелегальный бизнес, кто занимается мошенничеством, не место в Калькутте. Покиньте город в течение получаса. Даже переезд из квартиры занимает полгода. Я предупреждаю только один раз. Во второй раз убиваю. Чтобы убить его, у нас есть оружие, но нет никого, кто смог бы поймать его. Поэтому я позвал этих людей из Тихара. Слушайте, он не бандит и не разбойник. Его поклонники есть на каждой улице, в каждом доме. Если провалитесь, нам всем конец. Почему вы так боитесь? Он ведь человек. Если мы нажмем на курок, он тут же получит пулю. Да, но будьте осторожны. Где он сейчас? На свадебной церемонии.
మన ఓగుంట గుమ్గుమ కులో బాగుంట అగర దుప్పులో పొగరు దీప్పులా వెహల రాత్రిలో పెన తలే మక్కులో రే అంత చం చమ్మక్కులే చేయిస్తా పొగరు బాబులో పగరు దీబిలా శబ శబాబులా చలేస్తలే నీ అడి దడి తెగరచ్చి నే హడారుడి పడి వచ్చా నీ జుడి జుడి అందిస్తే నా తడకనే చూపిస్తా చేసుకుంటూ వీడు కోడి కూసుకుంటే బాపురే బోల్ అయ్య వారమంటే ఊరే అయిన వారు మంచం నెల్లూరే మసక పూటలో ఇసకల్లాటలా ముసుగు తీసుకో మత బులా పదే పదే రమ్మంటే చల్ పద పద వెంటస్తా నువ్వు పొదే పొదే చూపిస్తే నా పెదాలనే బిందిస్తా పాల చుక్క వంచుకుంటూ పూల పక్క పంచుకుంటూ తేన చుక్క రంచుకుంటే హాయి రే 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 బో ఎసయ్యాటకొస్తే సింగూరే Кто тебя послал? Вот драма, это шеф полиции. Сэр, он захватил наших людей. Они назвали ему мое имя и ваше. Теперь он нападет на нас. Дай ему знать, что мы у министра в доме. Он явится туда. Одним махом убьем двух зайцев. Я понял. Что случилось? В чем дело? Ты должен меня спасти. Моя тень может оставить меня, но не Найк. Я уже лишился имущества, своих людей. Я все потерял. У меня осталась только жизнь. Спаси меня. Молю тебя о помощи. Босс, он здесь. Яблоня не даст урожая винограда. Я сделал тебя министром, а ты переметнулся к нему. Сэр. Найк убил министра. Что вы говорите? Люди говорят, что ты бог, а боги должны быть на картинах и в статуях, а не живыми людьми. Я верну все, что ты раздал бедным. Я заново начну весь свой бизнес, который ты разрушил. Я выловлю всех твоих последователей и уничтожу их. Я получу пост этого старикана и через неделю стану министром. Все твои деяния окажутся бессмысленными. Да, босс. Он жив. Он мертв, босс. Бросьте его тело в ганг. Напиши в полицейском протоколе, что он убил министра и потом скрылся. Есть, сэр. Только мы будем знать, что он мертв. А народ пусть надеется на его возвращение.
Богиня спасла меня. Моей целью стало не доказать свою невиновность в смерти министра, а наказать этих тварей. И при этом не попасть в руки закона. Мама, идем. Куда? Это же поезд в Калькутту. Туда мы и поедем. Зачем? Потом скажу. Найк, к тебе пришли. Кто? Какой-то черри. С виду он твоя точная копия. Привет, я Черри. Сиддхарт. Я прочитал про тебя и пришел поговорить. О чем? С одной стороны, полиция. С другой, люди, которых он убил. С третьей, те, кто хочет его убить. Зачем нам все эти проблемы? Здравствуйте, господин Рават. Куда ты пропал? Я только недавно смог передвигаться, сэр. Не волнуйтесь, сэр. С вами ничего плохого не случится. Бывает, люди мрут от инфекции, от мелкой царапины. А вы остались живы даже после того, как он воткнул у вас копье. Так что жить будете. Верно. Он уже подозревается в убийстве министра. А тут еще неопровержимые доказательства покушения на вашу жизнь. Ему вынесут смертный приговор. Но все-таки мне неспокойно. Пусть твои люди убьют его завтра, по дороге в суд. Это невозможно, сэр. Почему? Завтра он будет в окружении тысяч человек. Вот так вот. Как это? 100 000 человек выстроится в живую цепь, чтобы он невредимым добрался до здания суда. Да здравствует Наек! Да здравствует Наек! Да здравствует Наек! Он еще совсем мальчишка, а у него уже столько последователей. Их количество зависит не от возраста, а от поступков. Не волнуйтесь, босс. Толпа ничего не сможет сделать. Даже миллион людей не способны повлиять на решение судьи. Его казнят. Почему люди говорят, что тебе грозит смертный приговор? Ты плачешь о том, что меня могут казнить, а меня волнует то, что он до сих пор жив. Они не посмеют тебя тронуть. Ваша честь, он подозревается в убийстве министра внутренних дел. Он совершил хладнокровные и жестокие преднамеренные убийства шефа полиции Эйтакси Сетха. Кроме того, у нас есть веские доказательства того, что он покушался на убийство нынешнего министра внутренних дел господина Равата. Я прошу суд вынести ему смертный приговор, чтобы другим неповадно было становиться таким же, как и он. Вы признаете себя виновным? Зачем его спрашивать, признает он или нет? У вас есть все улики против него. Давайте не тратить время зря, выносите смертный приговор. Погодите, в суде есть определенные правила. Подсудимый, вы признаете свою вину? Да, сэр. Я совершил все эти преступления. Ввиду того, что обвиняемый признал вину, в соответствии со статьями 302 и 307 Уголовного кодекса, он приговаривается к смертной казни. Стойте, ваша честь. Кто это? Он выглядит как Наек. Кто из них настоящий? Я сейчас с ума сойду, как будто 3D-фильм смотрю без очков. Мы же сказали ему ехать домой. Зачем он пришел сюда? Но
Здравствуйте, сэр. Кто вы такой? Вы очень похожи на него. Меня зовут Сиддхарт Наик. Я совершил все эти преступления. Нет, ваша честь. Это я, Сиддхарт Наик. Это, наверное, мой поклонник. Оделся, как я, и пришел сюда, чтобы взять мою вину на себя. Нет, ваша честь. Это он, мой поклонник. Это он. Оделся, как я, и пришел сюда, чтобы взять мою вину на себя. Не губи свою жизнь ради меня. Стой. Это я тебе говорю. Не губи свою жизнь. Прекратите. Что это за бред? Если ты Наик, тогда это кто? Мой фанат? Если ты его фанат, как тебя зовут? Сиддхарт Наик. Нет, это я, Сиддхарт Наик. Нет, это я. Это я. Я Сиддхарт Наик. Я Сиддхарт Наик. Судья, я знаю, кто меня проткнул. Это был он. Вот это Наик. Повесьте его. Нет, ваша честь. Он слегка перепутал. Если вы удалите его на 5 минут, я скажу вам кое-что с глазу на глаз. Суд объявляет 5-минутный перерыв. Черт. Как такое возможно? Как будто выигрышный матч по крикету прервали из-за дождя. Что за ерунда? Кто этот второй? Инженер-компьютерщик из Хайдарабада. Мы тоже их перепутали и арестовали сначала его. Что? Вы уже видели второго раньше? Да, сэр, мы сначала арестовали его, а потом отпустили. Проклятие, как только тебя держат в ЦБР. Не расстраивайтесь, сэр. Сэр, что-то перерыв затянулся, они успели поменяться там местами. Будьте внимательны. Теперь ответьте суду, который из этих людей ударил вас копьем. Они наверняка поменялись местами. Он, сэр. Но раньше вы указывали на этого человека. Разве они не менялись местами? Нет. Болван. Повесьте обоих, и дело с концом. Повесьте обоих, судья. Сэр. Нельзя их отпускать. Нельзя их отпускать. Прошу тишины. Вы же занимаете такой ответственный пост. Вы не должны так рассуждать. Лучше упустить 100 преступников, чем осудить 1 невиновного человека. Теперь это дело никогда не закончится. Поскольку они оба выглядят абсолютно одинаково, суд не может идентифицировать настоящего убийцу. ЦБР настаивает на том, чтобы поместить их обоих под домашний арест, выявить, кто настоящий преступник, и представить его в суд. Суд дает на это 10 дней. На сегодня заседание закончено. Установить слежку за обоими. Сэр, бесполезно за ними следить. Если умный встречается с храбрым, с ними не справится ни ЦБР, ни кто-то еще. Хватит болтать. Иди работать. Иду. Я не знаю, как благодарить вашего сына. Все мы люди. Мы должны помогать друг другу. Эй, ты! Думаешь, что теперь ты в безопасности? Через 10 дней судья придет в суд. Все эти люди придут. И приду я. Только ты не придешь. Ты будешь мертв. Он пригрозил Равату, значит, Наик это он. Нет, это я. Если Наик это ты, почему же угрожает он? Я послал его, потому что он свободен. Значит, твой племянник это тот парень. Если уж такой агент, как вы, не может его опознать, что могу сделать я? Это следствие никогда не кончится. Сэр, ваше слабительное. Босс, не поднимайте себе давление. Можно сражаться с чем угодно, но не с теми, кому везет. Его убили и бросили в реку, так он вышел оттуда уже в двойном экземпляре. Босс, послушайте меня. Отправляйтесь в полицейский участок и скажите, что вы ничего не имеете против Наика. Что вы не Равот и не живете в Калькутте. Вы даже не из Индии, а из далекой Шотландии. Будет лучше забрать свое заявление и бежать отсюда как можно дальше. И никогда не возвращаться сюда. Как это возможно? Мы же завели на него дело. Наик должен признаться, что он Наик. Я заставлю его. Доставь мне кого-нибудь из семьи этого Черри из Хайдарабада. Вот тогда Наик живо во всем признается. Уж поверьте мне. Кто вы? Твоя племянница любит парня по имени Черри? Да, и что здесь такого? Равот приказал нам привести вашу семью в Калькутту. Об их романе уже знают в Калькутте? А кто такой этот Равот? Хватит вопросов. Живо в машину. Как вы смеете так обращаться с нашим боссом? Мы тоже бандиты и тоже кое-что можем. Но хватит, хватит. Зачем ты с ними споришь? У них пушки, ты что, не видишь? Босс, люди Наика здесь.
Где люди Равата? Они убежали. Вам лучше поехать с нами, оставаться здесь небезопасно. Поехать с вами? А вы-то кто такие? Люди господина Найка. А он кто такой? Приедете в Калькутту, узнаете. Пусть ваша племянница собирает вещи быстрее. А ей зачем? Черри уже с нами. Ух ты, он уже там. Матху! Да, дядя. Мы едем в Калькутту, спускайся. Иду, только губы накрашу. Из-за этих твоих штучек наш дом превратился в публичный парк. Где Черри, брат? Черри, где? Да здесь он. Добро пожаловать в Калькутту. С тех пор, как ты переступил наш порог, мы и бегаем по чужим домам. Зачем он позвал нас сюда? Не волнуйтесь, господин Найк уверен, здесь вы будете в полной безопасности. Найк? С какой стати он думает о нашей безопасности? Только не расстраивайтесь. Когда узнаете, в чем фокус, будете в шоке. Из-за этих фокусов мы уехали из родного штата. Теперь придется и страну покинуть. Черри! Она обнимается с ним прямо у нас на глазах. Карма у нас такая, карма. Простите, но я не Черри. Что? Я не Черри. Почему он говорит, что не Черри? Тебе же сказали, тут фокус. Как вы добрались? Поездка прошла без нашего согласия. Для Черри вы почти родственники. Как вас зовут? Меня Амитабх Баччан, а его Абишек Баччан. Что за церемонии? Зачем заново знакомиться? Эй, Джалеби, да? Он что, потерял память? Он не притащил бы вас сюда. Поверните головы. Привет. Привет. Hello. Привет. Я Черри. Точно? Обними, узнаешь. Дядя, это Черри, я уверена. Мы поняли, только отодвинься от него, соблюдай хоть какую-то дистанцию. Сколько? 7 двойников. Заткнись, придурок, нам и двоих выше крыши. Если еще 5 придут, у него будет жар. Что происходит? Мама и папа у себя, они тебе все объяснят, иди. Хорошо. Дядя, зачем ты пьешь, не разбавляя? Я как будто кровь пью. Что поделать? Сэр, можно сказать? Если бы он тогда выдал за меня свою сестру и не прицепился к возрасту, спокойно, мы бы с вами познакомились на моей свадьбе. Не было бы всех этих проблем. Подумайте об этом. Вспомните момент моего сватовства во всей этой истории и сами все поймете. За что, босс? Твоя сестра кто, ангел? Или, может, Ашвария Рай? Почему не отдал ее за него? Он уже стар. Твоя сестра ждет мужья сына Павана Кальяна или Махеша Бабу? Дядя! Что такое? Я опять запуталась. Я поцеловала Сиддхартха. Подумал, что это Черри. Он мог неправильно меня понять. Пожалуйста, объясни ему. Теперь ты хочешь сделать меня своим послом? За кого ты меня принимаешь? Матху! Что? Я открыла дверь в ванную и думаю, что там сиду. А там был Черри, прости. Ничего. Шли бы вы лучше в спальню, а не в ванную. Я вчера так и сделала, дядя, но там тоже был конфуз. Босс, Ганди был для всех дедушкой, а вы для всех в этом доме стали дядей. Сейчас получишь по морде. Эй, Джалеби, сэр. Покажи этим девицам их парней. Как же я их различу, если они сами не могут? Только ты соображаешь, что тут происходит. Уведи их. Хорошо. Идемте, девушки. Бедняга Джалеби. Мы выслеживали их полгода, а они запутали нас за полминуты. Пока они не достигнут своей цели, для всех они оба будут найками. Даже для своих девушек.
क्या जबरदस्त है नुबना दोस्त है नुबना आती है बोलो यार पंता रासीना है परवा ने सुनम लपूसीना है असर डाला सरदार ने पिटा है चुट्टा है नया वन में किलीला इवना है Мерзавцы, вы упустили единственную возможность справиться с этим наиком. Почему вы сбежали? Не волнуйтесь, мистер Равот. У меня есть блестящая идея. Теперь мы быстро справимся с обоими. Как? Сказать? Алло? Найк, я знаю, ты любишь народ. Приезжай через 10 минут к сталелитейному заводу. Иначе 200 маленьких детишек взлетят на воздух. Детишек ищешь? Спасти хочешь? Я соврал тебе про них, чтобы заманить тебя сюда. И вот ты здесь. Теперь моя цель — тебя убить. У тебя ничего не выйдет. Я не Най, как ты думаешь. Я Черри. Правда? Тогда почему ты не сказал это в суде? Тихо. Хочешь, расскажу, в чем фокус? Ты позвонил Найку, а трубку взял я. Найк мне не брат. Он хороший человек, ты плохой. Он должен жить, чтобы тебя уничтожить. Поэтому я готов умереть за него. Вы оба дурачить нас вздумали. Я убью тебя, если ты так жаждешь этого. Сестра, где мой телефон? Не знаю. Эй, Наек, Черри за тебя умирает. Иди спаси его. У тебя есть 5 минут. Давай, торопись. Только что один уехал, теперь и второй уезжает. А это Найк или Черри? Откуда мне знать? Что? Сэр, полагаю, они собираются убить Равота.
Бас, Найк мертв. Да, Найк мертв. Он мертв. Отличная новость, босс. Давайте этого тоже убьем. Давайте. Тот превратился в пепел. А тебя порубим на куски. Наденьте на него жилет с бомбами. Приятной смерти. Он бьет его так жестоко, неужели он ничего не чувствует? До сих пор ты отведал удары по-калькутски. Теперь я угощу тебя покруче. Зачем он надевает на него жилет? Нам конфетки, ему жилет. Босс! Тела еще двигаются, но что толку в том, что они живы? Что тут произошло? Где господин Равот? Он взорвался. Что? Да, сэр, взорвался. Он же не петарда. Будь он петардой, от него хоть что-то осталось бы. А так ничего. Кто это сделал? Найк. Теперь у нас два Найка. Который из них? Тот. Тихо. Тебе же будет лучше, если перестанешь болтать. Иначе попадешь в ЦБР. Я ничего не знаю, сэр. Тогда что вы тут делаете? Я слышал, что есть такое масло, которым можно лечить кости. Вот мы за ним сюда и приехали. За ним нужно ехать в Читур, а это Калькутта. Сэр, этот человек идиот. Я же ему говорил, что мы сели не в тот экспресс. Так и знал, что это Калькутта. Посадил меня не в тот поезд. Сэр. Равота взорвали. Свидетели сбежали. Наш свидетель в суд не пойдет. Придется закрыть это дело за отсутствием доказательств. Давайте забудем все и пойдем выпьем. Так и знал, что это дело ничем не кончится.
Да, Лакшми. Я иду, иду. Джалеби, да. Надеюсь, теперь все фокусы позади или еще что-то осталось? Нет уж, хватит, Джалеби. Теперь только свадьба. И меня жените, сэр. Еще раз заикнешься про свою свадьбу, убью тебя. Черри, ты рисковал, чтобы спасти меня. Я этого никогда не забуду. Брат, я сделал это не ради тебя, а ради тех, кого ты любишь. Ты должен жить, ясно? Спасибо. Я слышал, вы обратились в суд с требованием выселить жителей из Гандинагара. Эта земля принадлежит правительству. Не народ создан для правительства, а правительство для народа. В фильме снимались Рам Чаран, Каджал Агарвал, Амала Пол, Прадип Рават, Ашиш Видьярти, Рахул Дев и другие. Автор сценария Акула Шива. Оператор Чхота Найду. Композитор Таман. Продюсер Даная Дививи. Режиссер Винаек. Переведено и озвучено на производственной базе ТПО «Редмедиа». Yeah.